дал ток третий энергоблок Курской атомной станции мощностью в 1 миллион киловатт. В средней полосе России, неподалеку от крупного областного центра Курска, сооружается атомная электростанция, одна из крупнейших в Советском Союзе и Европе. Первая очередь, два реактора, работает уже несколько лет. За это время страна получила более 60 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Скоро войдут в строй еще два реактора. Мощность каждого из них вдвое больше мощности Днепрогэса, первой советской гидроэлектростанции. Последние часы перед пуском третьего реактора. Еще и еще раз проверяются все схемы, узлы, приборы. Трудно представить, какие огромные силы заключены в шахте реактора. Колодцы высотой почти с 10-этажный дом. Все службы докладывают, к пуску готовы. Тысячи людей работали здесь ради этого короткого мгновения, венчающего годы их труда. Ожили приборы, пошел ток. Страна начала получать новые миллионы киловатт дешевой электроэнергии. Рассказывает директор Курской атомной электростанции Владимир Горелихин. Наша электроэнергия идет в различные отрасли народного хозяйства. Потребность большая в нашей электроэнергии, это на Украине, на Курской магнитной аномалии, на Старооскольском электрометаллургическом комбинате, на нечерноземной зоне РСФСР. Каждый блок способен вырабатывать до 7 миллиардов киловатт-часов электрической энергии, которая значительно дешевле, чем на тепловых электрических станциях. Коэффициент использования на наших блоках значительно выше, доходит до 80%. Для народного хозяйства нашей страны и атомные электростанции экономически целесообразны и очень выгодны. Вблизи атомной станции вырос новый современный город, носящий имя выдающегося советского ученого-физика Курчатова. Здесь уже несколько десятков тысяч жителей. В нашей стране, во всех городах и поселках, среди жилых домов, всегда можно увидеть двух-трехэтажные комплексы детских учреждений. В яслях и садах воспитывается почти половина всех дошкольников страны. На каждого ребенка расходуется в год около 600 рублей. Большая часть этих денег оплачивается государством.